Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Герои Метагейминга. Сегодня я, Рома, буду вести для наших замечательных ребят игру в сеттинге «Клинки во тьме». Кто-то голосовал за нее, кто-то не голосовал, но мы все равно ее проведем, уже собрались, почему бы и нет. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, вступить в Discord, в нашу группу ВКонтакте, и не забывайте про то, что у нас есть Boosty. Все ссылочки будут в описании. Хорош. Да. Ну что ж, чтобы не оттягивать шпионов за ресницы, давайте сразу узнаем, кто сегодня с нами играет, и окунемся в мир клинков во тьме. Представьтесь, господа, я не буду кидать кубик D6, я просто скажу, что начнешь, Даня, ты. Здрасте, я Даня Лазарев, но сегодня я не Даня Лазарев, сегодня меня зовут Шанс. Он, что значит шанс включить, или если написать в конце Е, то получится шанс один, я об этом не подумал. В общем, погонял у меня шанс, дрыщавый, в кепочке, азиатской наружности, без передних зубов. Поэтому у меня будет сегодня проблемы с общением с людьми. Но Проныра долгие годы детства провел на улицах Сивероса или Сивероса. Неважно. Неважно. В общем, побираясь и подворовывая, там порядочно научился вскрывать всякого рода замки. Ну, в общем, чего обычно учатся дети на улицах Сивероса? Вот тому я научился. Сейчас вот в Тиме, не скажу название, пускай сами говорят. Все. Хорошо. Ну что, Саша, давай, расскажи, кто ты. Добрый день, вечер, ночь. Меня зовут Александра, сегодня моего персонажа зовут Эрин, по кличке Слюда. И я умелец, я немножко врач, немножко мастерица. Маленькая, хрупкая девушка, которая умеет работать с разными инструментами. Все? Достаточно? Ну, хорошо. Расскажи, пожалуйста, про нашу организацию. Я? Я что, лидер пати? Ты придумала название, значит, ты лидер пати. Все. Мы вместе выбрали название нашей команды. Нашу команду называют Хокин Феникс. Почему я придумала это название? Я бы только записала. Да, у нас есть несколько захваченных территорий. Это гнездо порока и миксиновая ферма. Хорошо. Талант не выбрали, кстати. Я выберу за вас. Вот. Неважно. А потом только скажи мне о нем. Но это уже когда-нибудь. Окей. Рома, расскажи нам, кем играешь сегодня ты? Я сегодня играю человеком. Удивительно. Из команды Хоакина Феникса по имени Макмахан, имеющий кличку Бальтазар. Я играю за головореза, поэтому буду резать головы, наверное. Логично. Ну что ж, наша команда представилась. Мы узнали ее интересное название. И давайте все-таки перед началом игры я чуть-чуть посвящу вас и ребят, что же это все-таки за мир такой и так далее. Я сразу оговорюсь, что мы не будем играть по чистой лорной составляющей клинков во тьме, чтобы потом палками в нас не кидались. А то всякое может быть. В общем-то, «Клинки во тьме» — это сеттинг, в котором, ну или даже, давайте скажем так, мир, в котором когда-то очень давно взорвалось солнце. Вот так. Люди попали в кризис, пытались выживать как могли, очень многие животные погибли, почти все. Остался только один вид китов, с помощью которого люди и греются. Они научились воссоздавать эссенцию, которая светит на улицах города и хоть каким-нибудь образом дает свет в этом мире. Наши
не знаю кто, воры, убийцы, насильники начнут на замечательной улице Воронье Крыло. На этой улице стоит ваше логово, а может быть и под ней где-то в канализационных стоках. Нет, давай на улице. На этом районе... Что? Давай на улице. Хорошо, пусть будет на улице. Мне не так важно это. В этом районе вам подконтрольны, как уже было сказано ранее, некоторые территории. Это значит, что наши ребята – это крыша этого района. И другие организации будут пытаться или забрать этот район, или сделать с ним что-то нехорошее или плохое. Вполне возможно сжечь дотла или убить всех наших приключенцев. Это мы узнаем в ходе игры. А еще это должен быть ваншот. Должен. Возможно. Но ничего обещать не будем. Хорошо. Ну что ж, давайте начинать. Вы сидите в местном баре, который называется «Оторванный хвост». Здесь не так много народу, и если сверяться с вашими какими-то биологическими часами, то... Ну, пора бы отходить ко сну, но вы достаточно неплохо отдохнули в прошлый раз и сейчас полны сил для нового дела. Вы сидите, может быть, что-то распиваете, может быть, что-то разбиваете, дебоширите, это пока что неизвестно, но вы точно понимаете, что сегодня в этом баре слишком мало народу. Обычно... К этому времени стягивается уже много кто, от заядлых посетителей до каких-то проходимцев. Вы замечаете, что бармен явно чем-то насторожен. Вы знаете его здесь, в Дасквеле, вы уже не один год, но выбиться как-то по карьерной лестнице кланов так и не удалось. Но вы успели завести много неплохих знакомств. Этот бармен является таким неплохим знакомым. Именно с помощью него вы смогли найти место, где укрыться, которое стало вашим логовом. И взамен за определенную плату он не рассказывает, что вы здесь живете, что здесь, в этом районе, ваше логово. И иногда мало-помалу сливает вам какую-то информацию. Прошу, вы в игре. Как зовут бармена? Бармена? Джонни. А в чем цель игры? А вот узнай. Игры. Вообще, клинки во тьме рассчитаны на то, что вы вытянете свой клан с дна наверх. Но это не самая первостепенная задача. Вы можете просто ходить на вылазки, делать еще что-то. А там посмотрим, как повернется сюжет. Допиваю, наверное, последний стаканчик с вискарем. Я замечаю тусклость этого бара сегодня. Все это немноголюдно. Как-то уныло. Никто морды друг друга не бьет. Скучно. Подожди. Что? Допиваю бутылку с пивом, ловлю какого-нибудь проходящего мимо посетителя. Хорошо. Ставлю его к стене. Мак, да ты чего? Подожди, фокус будет сейчас. Не надо. Я тебе заплачу, я потом. Ставлю на голову бутылку. Ты ставишь ему на голову бутылку и, я так понимаю, хочешь отойти или что? Да, я говорю, не двигайся. Хорошо. Он явно боится тебя и приходится ему... Не двигайся, тебе же лучше будет. Прикольно. Па! Ты выстреливаешь, пуля летит вперед. А мне ничего кидать не надо? Нет. А в момент паренек просто приседает, бутылка начинает падать вниз, но ты мастерски пробиваешь ее посередине, она трескается осколками, падая на этого паренька. О, я же говорил. Ты видишь, как он, шкребясь по полу, просто выметывается из бала, выметается. Иногда задаю себе вопрос, каким раком мы смогли захватить две улицы. Пойду с женой поговорю. Неудобно разговаривать с ним, да?
Я встаю и иду к Джонни. Хорошо. Хорошо. Ты подходишь к Джонни, где-то на заднем фоне слышишь... Никто не обращает на это внимания, здесь это, в принципе, норма. Что а, я стреляю в кого? Серьезно? Нет, нет. Здесь это, в принципе, норма, что кто-то дерется, кто-то стреляется. У бара есть одно единственное правило – не убивать на территории. И все. Если ты хочешь какую-то разборку устроить, без проблем, но если ты знаешь, что в ходе нее кто-то умрет, выметайся. Ты подходишь, Джонни, это бармен, достаточно высокий, очень крепкий мужчина. У него нету одного глаза, у него повязка, как у пирата. Опа. И он протирает стакан. Само собой. Что, Джонни? Здорово, Джонни! А, привет. Ты такой смурной. Да, так, денек не очень. Блядь, какой денек? Да, неважно. Да поделись. Мы давно не бухаем у тебя, чё ты? Видишь, мы это... Он... Бальтазар развлекается. Ты это? Мы тебе соус сдаём. Что? Что? Ты смеёшься над моим дефектом речи? Да. Я достаю. Ладно, я сдерживаю себе порыв пристрелить Джонни. Несмотря на то, что мы хорошие друзья. Давно. Но... Расскажи лучше свою историю, пока я не начал рассказывать твою. Ну, хорошо. Ты видишь, что он мечется, рассказывает ли тебе хоть что-то или нет? Да, на общение. На общение, или ты можешь попробовать его уговорить как-то по-другому. Ты можешь попробовать его запугать от своих... Во что? В Джонни? Это уговорить. Ладно, а сноровки, допустим, могу я применить сноровку? Вот, условно говоря, допустим, я, так как рос на улицах, я привык там вот это вот выпрашивать у людей всякие хлебушек, денежку. Если не дают, я у них подворовывал. Но выпрашивать я привык в свое время. Вот и у меня, может быть, приноровился к таким видам диалога. Ну, да, хорошо. Давай так, твое прошлое... позволяет тебе все-таки как-то воздействовать на Джонни. Только на одного Джонни. Да, только на одного Джонни. Я общался с одним Джонни. Да, давай пройдем с тобой проверку. Давай. Это легкая проверка, то есть, скорее всего, за нее не будет никаких опасных... То есть, это безопасная проверка, скажем так. Хорошо. Сноровку? Да. Шестерки нужны? Да. Ну, 4, 5, 6. 4-5. 4-5, прекрасно. Ты видишь, что он оглядывается, говорит... Да, ну, брось, давай. Ладно. Мы поможем чем. Хорошо. Ты дело говоришь, да. Мы бар находится в наших районах или... Что? Бар находится в наших районах или... Да, да, да. Тем более, что... Вы не то чтобы конкретно бар крышуете, но как бы знают здесь, что... Вот вы тут обитаете. Господи, простите. Где-то на заднем плане чихает Эрин. Говорит, слушай, ладно. Здравая мысль, я расскажу. Конечно, здравая. Но своих. Да на кулях. Не-не-не-не-не. Может быть, я вам даже заплачу за это дело. Ты видишь, что он начинает нервничать. Он прям очень нервничает. Ему... У него очень много мыслей в голове, скорее всего. Ну ладно, не ссыл, успокойся. Вот люди без карика, да? Это. Это условный сигнал, чего-то бить. Ну. Я подхожу, наверное, отвлекаюсь. Где-то в потерях прячется Бальтазар. Я бы скорее, возможно, играла бы в какие-то азартные игры на деньги, которых у меня нет. На общак. Что такое? Ладно, неважно, ничего страшного. Давай. Ничего давай, говори, страшного. Говори. Нет, ты можешь сыграть в карты. Ты видишь, что здесь сидит пара картежников. Но ты смотришь, как они играют, и что-то тебе не по себе становится. Такое ощущение, будто они или шулеры, или кто-то вот подобные ребята. Так, ну... Процент. Ладно, после дела. Будут деньги, будут карты. Хорошо. Ну, я слышу условный сигнал. Отвлекаюсь от их игры, поворачиваюсь, подхожу
Ты звал? Тут это... Где Длинный? А Длинный? Бальтазар. У меня мешки ты под подходишь? Глазами сильные. Да, да, да. Можно на описание персонажа? Потому, да, пишите своих персонажей для ребят, как я минимум. Я хрупкая, низенькая, 1,60 м пускай будет. У меня явные мешки под глазами, я не высыпаюсь. Волосы, наверное, чуть ниже плеч. Ну, темные волосы. Все. Или еще что-то нужно? Еще что-то нужно описать? Нет, этого в принципе достаточно на самом-то деле. Размер ноги 35. Правда маленькая. У меня не высокий, не низкий молодой человек. Ну, как молодой? Взрослый человек. С хвостиком на голове. Если хотите, могу сделать хвостик. Давай. Очень жилистого телосложения, то есть нельзя сказать, что он какой-то там бугай, но видно, что в нем очень мало жира и очень много таких жилок и всего такого. Вот. С немного ехидным, нахальным взглядом и лицом. Хорошо. А вы вдвоем подходите к своему товарищу, видите Джонни. И правда заметно, что он очень нервничает, он уже начинает даже потихонечку... Маленькая капля пота течет по его виску. Он смотрит на вас и говорит, так, за барную стойку заходите. Он так ее приоткрывает и захожу. Приглашает вас. Ну, заканчивается. Хоть. Хорошо. Вы проходите, и он оглядывается, смотрит везде. Что ты нервничаешь так? И он так... нажимает на кнопку где-то под стойкой. Вы слышите, вы видите, как небольшие струйки пара от стены отходят, и вы видите, что сбоку открывается дверь. Буквально сделанная под стену, и если не присмотреться, даже зазора двери видно не будет. Но тем не менее он говорит, давайте туда быстро. Это полный секрет, Джонни. Ну да. Да. Хорошо, вы проходите. Вы заходите вовнутрь. Здесь вы видите кровать. И на кровати лежит женщина. Вся окровавленная. Видно, недалеко стоит тазик с водой. Тоже весь уже багрово-красный. Девушка тяжело очень дышит. Она вся покрыта потом. Ей явно очень нехорошо. И он так осматривает вас. Кишки-шишки, Джонни, что ты делал? Я ничего не делал, это моя жена, Карен. И что с ней? Могу я оказать ей помощь? Если ты хоть что-то сможешь предпринять против этого, то пожалуйста. Я могу попробовать. А что это? Пожалуйста. Он так берется за голову, да... Зря я вас, ребята, прикрывал, наверное. Теперь вот такое происходит. Не томи, блин. Ко мне... Не плачь. Я в него... Сейчас. Да, да. Он говорит, что я был буквально недавно на смене. Жена ходила куда-то в город за продуктами или чем-то похожим, не знаю. А ко мне пришли ребята из Алого Круга. Он говорит, это явно на том ниже. И при слове «Алый Круг» у вас сразу мурашки по телу пробегают. Вы знаете, что это один из главных кланов воров, убийц, насильников. Это самый безбашенный клан, который в принципе может быть. А если игромеханически говорить, то кланы делятся в буквенном значении. L — это что-то условно легкое, да? А G — это жестокие, это самые страшные кланы. Они берутся абсолютно за любую работу, за мародерство, все, что скажете, главное, чтобы у вас были деньги. И вам становится не по себе, как минимум, от одного этого слова, потому что вы знаете, что если они начинают захватывать районы,
то они не оставляют там никого. Весь район всегда принадлежит им. Там их дельцы, их купцы, их жены, дети, может быть, да? То есть вот они... Сейчас они в городе контролируют два района. Район жестянщиков и район, я не знаю, рассвета пусть будет. И они спрашивали, знаю ли я что-нибудь про вас. Я не сразу понял, кто они. Я думал, какая-то шпана, да и одеты они были не как Алый Круг. Они сказали, что если я скажу, то они оставят меня в живых. А я не поверил, как дурак навел на них ружье и выпроводил. Через полчаса ее подкинули вот в таком состоянии с запиской, что она отравлена призраком. Я, черт возьми, не знаю, что это. И ей нанесли очень много ранений. Я сделал с ней хоть что-то, но я не знаю, что делать дальше. А вообще призраки и вся эта моча паранормальная, это нормальное явление в этом мире? Ну, ходят слухи, что есть призраки, но он имеет в виду, скорее всего, какой-то яд под названием призрак. А вообще, да, в мире, чтобы вы понимали, мистическая деятельность, кто-то говорит, что ее не существует, кто-то говорит, что она существует, но каждый волен верить в свое. Но ее не существует. Возможно. Существует. Эти мрази приперлись в наш район, избили твою жену, а не тебя. Да. То есть эти... Секунды. А вот ты описываешь нам их внешность? Говорит, да, только прослежу, чтобы она... Тут... Я помогу ей, я все-таки тоже чуть сведущ в медицине. У меня есть как раз этот перевесил алхимика. Угу. Хорошо, давай мы с тобой кинем на манипуле... Серьезно? На манипулирование? Но ты все-таки с ней манипулируешь, или ты можешь описать через что ты хочешь попробовать вылечить? Вылечить через ремесло мое? Я умелец? Ну, хорошо, да, давай так. У меня априори навыки на ремесло. Навыки. За навык возьми кубики. За медицинский набор один. Угу. И за помощь Джонни. Он все-таки, правда, хорош в медицине. У меня еще талант врач. Все в твоей команде, включая тебя, бросают плюс 1d6. То есть я при проверке лечения. Да, еще лечения. 1d6. Ну, да, лечение. Хорошо, пусть это будет лечение. Ну, это проверка лечения, мы ее сами условно так и обзываем. А так, секунду. Если провал, это... Это плохо. Но, это, кстати, к слову, это рискованная проверка, потому что ты не знаешь этого яда, ты не понимаешь, что с ней, и, скорее всего, прошло очень много времени. Так что проверка будет рискованной. Смотри, я могу изучить болезни и трупы. На это понадобится это будущее, время. Когда я ее не вылечу. Ужас. Давай, кидай. Ладно. 2, 3, 2 шестерки и 5. О, 2 шестерки. Смотри, когда ты... Шестерки аннигилируют, скажем так, наши провалы. Угу. А когда ты выкидываешь больше 1 шестерки, это, скажем так, супер успех. Как-то так давайте это обзовем, угу. Да? Это эффективность. То есть это эффективный успех. Вот так. Угу. То есть ты делаешь что-то намного лучше. И правда, ты срезаешь старые бинты, осматриваешь, ты видишь очень глубокую рану. Причем ты поворачиваешь ее чуть на бок и видишь, что ее пробили куда-то в район печени. То есть прям продырявили еще и печень насквозь. И видишь, что меч или что бы то ни было, оно еще и насквозь чуть-чуть прошло. То есть ее буквально насадили. Ты понимаешь, что вылечить ее не так просто. И максимум, что ты можешь делать, это с помощью своих каких-то медицинских наборов ее стабилизировать хотя бы чуть-чуть, чтобы она не теряла так быстро кровь и так далее. Но... Также ты понимаешь, что при определенных манипуляциях ты сможешь, во-первых, полностью остановить кровь и сварить что-нибудь, чтобы она как минимум через какое-то время пришла в себя. Угу. Ну, до конца вылечить так сразу я не могу.
Могу лишь облегчить немного ее состояние. Я понимаю, что нужно какое-то противоядие, да, сделать. Наверное, но я не знаю, из чего делается такое противоядие. Я вообще никогда не слышал про этот яд. А могу я проанализировать как-то здесь, как самого анализа нет, но опять же через ремесло, возможно. Ну, через ремесло уже здесь, конечно, не получится. Как минимум, потому что тебе для изучения этого яда понадобится, может, ее кровь, чтобы отделить яд или что-то еще, чтобы что-то понять. Тебе, скорее всего, придется прям к хорошему алхимику попасть, чтобы он тебе, может, все рассказал. Ну, хорошо. Ты единственное, что понимаешь. Ну, тогда я бы, наверное, взяла... Я возьму немного вашей... крови. Я обращаюсь к женщине, которая мне, скорее всего, не ответит. Она лежит... Она очень тяжело дышит, ей нехорошо. Угу. Ну и все, ей хотя бы немного легче стало уже. Да, ты видишь, что ее дыхание медленно-медленно, но становится легче. Она начинает хотя бы спокойно спать в своем вот этом состоянии. Так, да, кто-то что-то спрашивал еще, кто-то что-то хотел узнать. Я про описание этих внешностей спрашивал. А, да, точно. Говорит, да, двое, не знаю, были одеты какие-то странные одежды, как жакеты или что-то похожее. Абсолютно не похоже на то, во что одевается Алый Круг. Но шляп, ну как кепки такие, кепы. А записка у тебя осталась? Да, да, осталось. Он притаскивает записку. Продолжает описывать этих товарищей. У них не было оружия при себе, по крайней мере, я не видел. Один с очень ехидной ухмылкой и заросший весь такой. Не очень высокий, а другой выше. Бритый налысо. И у него глаза, я запомнил их, они были такого странного, будто черного цвета. Угашенные, что ли? Не знаю. Ладно, запомнил. Приведи жену свою в порядок. Команда Хоакина Феникта. И музыку повеселее включи. Обязательно. Нам нужно... Это непорядок, что какие-то Алый Круг, хотя не факт, это был Алый Круг вообще, приперлись в наш район и наваляли женщине. Нет, чтобы этому навалять. Джонни крепкий, он выдержал бы. Женщине наваляли. Надо этих... Согласна, надо этих это очень оскорбительно. Надо этих суп найти. Вы, если сможете с ними что-то сделать, притащите мне их головы или найдете... Противоядие для жены, я вам заплачу, обещаю. Ты лучше не плати нам, ты нам просто будешь, ну, будущем, возможно, должен немного. Да, конечно, все ради спасения жены. Я, кстати, давненько не видел вашего главу Джостера, а где он? Джостер. Вы правда знаете, что у вас есть глава. Джостер. Давно его не видели. Да. И вы, на удивление, его правда давно не видели. Он пропал свыше недели назад. Обычно он так делал. Возвращался с добычей или с какой-то информацией. А тут вы его не видели. Наш глава, мы его про него на неделю забыли. Нет, вы, может, про него помнили, конечно, но как-то пытались не волноваться и действовали сами. И правда. Где Джостер? Да бухает, как всегда, походу. Или по шлюхам. Это надо в наше... А этом... может и то. Надо сходить в этот самый... Шлюх ведь. Гнездо порока. Чпок-стрит. Чпок-стрит. Окей. Ладно, Джонни, ты тут это, держись. Да, мы на Чпок-стрит. Бухать. Искать? Искать Джостера и этих. Кстати, может быть... Вот эти вот педики, если это был. Паша вырежет. Вот эти ребята, если там будут, мы, может быть, попробуем их там и того и того поймать. Кто знает? Кто знает? Да. Давай. У меня вопрос. Давай. Какая тут вообще связь есть? Есть какая-либо связь?
Нет, письма и так далее. Может, какой-то телеграф очень-очень первый, ну, то есть ранний. Но он есть у достаточно богатых ребят, скажем так. Вы таким не располагаете. Нигде в районе тоже знаете, что такого нет. Короче, наверное, мы прощаемся с Джонни. Больше информации никакой, если он нам не дает. Нет. Прощаемся с Джонни, прощаемся с женой, на всякий случай. Кто знает, в каком он будет. Да, и, наверное, ну, посовещавшись, это, полагаю, на Чпок-стрит. И пока мы едем, я такой, мне кажется, вот чутье мое вот это вот внутреннее, вот, которое у меня есть. А на чем мы едем, кстати? Мы как... Вы не едете, вы идете. Идем. Пока мы в воображении едем такие по улице, идем, я говорю, что мое чутье сообщает мне, что это ни хера не алый круг. Это ты об этом подумал? Стал бы алый круг представляться алым кругом? Не стал бы. Ну, кто знает. Так вот и да, свое влияние распространить, поэтому вполне могли бы. Другой вопрос, почему они приперлись не в одеяние халого круга? Какие-то два хера пришли, просто наврали женщине, блин, серьезно, алый круг бы, если бы захотел, бы убили и Джонни, и жену его вместе. Поэтому подозрительно, это и спорный вопрос, кто эти пацаны были. Как они так были одеты? Кепы и жилеты? Да. Надо на Чпок-стрит у девочек спросить, кто там к ним приходит в кепах и жилетах. Черные глаза, кстати, возможно, это реально удолбанный был. А мы же знаем, как работает вот это вот. Да, у нас это мясиновая ферма. Мискалин. Тихо. У нас мясиновая ферма, да. Да, да, да. Как умелец. Я знаю, что это такое. Я умею. Хотела бы знать, чем у нее дело. Ну хорошо, давайте так. Вы знаете, что вы контролируете, ничего даже проходить, никаких проверок не надо. Вы знаете, что миксин – это наркотик, который пользуется спросом. Он один из самых дешевых. Но он вызывает эйфорию сначала, потом дикую боль, а после работает как обезболивающее. То есть у него трехступенчатое действие, скажем так. А внешне как-то... Ну, то есть мы вот по этим черным глазам можем как-то... Нет, это явно не миксин. Угу. Посмотри на меня, это явно не миксин. Возможно, если это какая-то дурь, то, скорее всего, это не с наших заводов, и, возможно, вообще откуда-то приведенное. А, возможно. Или это духи. Я достаю этот амулет от духов. Какие духи? Ну, духи вот эти. Еще скажи, что поки реальны. Буйки не знаю, я их не видел, а духи, да. Иногда это мне все миксин. Иногда мне тебе жалко. Да, за такими разговорами вы доходите до Чпок-стрит. Здесь... Вы сразу видите знакомые лица, может быть, девочек, которые отдают вам дань или что-то подобное. Они сразу липнут к вам, ко всем троим. Может быть, развлечемся сегодня? Вы пришли отдохнуть? А, слушай, у меня в моих недругах есть Тельда, нищенка. Может быть, где-нибудь здесь? Нет, вы знаете, где живут ваши друзья и ваши недруги. Вот и недруга себе выбрал, нищенка. Достойный противник. Наша битва будет легендарной. А вот я хотела бы как раз... Я думаю, что она живет именно здесь. Джул, это же она. Торговец кровью. Я бы хотела... Что? Нет, она живет не здесь. А где она живет? Где вообще живут эти люди, которые... Вы можете спрашивать, я буду отвечать, у меня здесь написано. Где она живет? Джул живет в подземном районе. Кстати, буквально в двух кварталах от тебя сейчас. Подземный район называется Крысы. Просто. Когда Пила где живет? Это доктор же, да? Да, у меня... Да, это сумасшедший доктор, который живет в заброшенном районе. Он промышляет нетрадиционной медициной, скажем так. Может, направить его... Тельда моя где живет? Тельда живет в порту. Она рабочая в Чтобы порту. Чтобы не ходить. Хорошо, а тогда скажи мне, где живет мой недруг, Малиста-жрица? Она живет в церкви как раз-таки. Отлично. Район 6 башен называется. Отлично. Один из самых влиятельных районов города. Ну что, захватим? Давай!
А, ладно. А, в общем, пробиваюсь мимо шлюх. Хозяйку позови. Ну хорошо, красавчик, она отходит так по жопе. Она тебе подмигивает и уходит. А... Выбрал имя себе, конечно. Шансон. Шансон. Куда ты идешь? Ну куда мы вместе идем? Куда? Ну вы все идете в бордель. Мы все идем к какому-то столу, да, хорошо. И ждем хозяина. Хорошо. А поскольку вас здесь все знают и вы крышуете это место, вас сразу проводят наверх в кабинет Кламаман. Да. Угу. Это женщина, такая достаточно милая, кстати, но... Ламаман. Да, на вид ей лет, ну, 30 максимум, прям. Она выглядит достаточно мило, у нее... Ламамита. Ламамита, да. У нее губы накрашены черной помадой, очень красиво нанесены тени. И она говорит, о, ребята, здравствуйте, что сегодня Миксин, девочки... Может быть, что покрепче? Не сегодня, мать, не сегодня. О, а тебя бы я... Ладно, если не сегодня, то не сегодня. Она не трат в случае? Нет. Руки на стол. Мы пришли по делу. По делу? Потом поговорим. Скажи... Им. Мне не говори ничего. Не заходили ли к твоим девкам два парнишки? И вот я описываю этих. Один глазами, один короткий. Кепы, жилеты. Девочек длинный, надо отпросить. Не очень. Сейчас. И Джостера не видела? Джостер был тут буквально на днях. А говорил что-то, что запутался в себе, ну или что-то подобное, не знаю. Я предложила ему девочку, и он, как вы, отказались. А про этих парней? Да, девочки говорили, что пришел какой-то странный парень с черными глазами. А, но она говорит, что он был прекрасен в постели. Когда? Буквально позавчера. Но они пытались узнать какую-то информацию, что-то про шесть башен или что-то подобное. Mm. Будто пытались туда проникнуть, но это самоубийство, лезть туда. А что за девочка? Кому? Мы с ней поговорим немного. Эшли. Эшли. Мы не отказались. Мы просто сначала дело, потом отдых. А Джостер что? Ты так сказал, допутался и ушел? Ну да, пытался ныть мне, что не знает, что делать, что вы шайка бесполезных идиотов и ни на что не способны. Какая голова. Давайте не будем искать Джостера. Не, ну он в принципе прав с какой-то стороны, а с какой-то нет. Ладно, покажи нам это Эсли. Говорит, сам спустишься и узнаешь комнату номер 203. А сколько этажей здесь? 4. 203? Ну, условно, это второй этаж, третья комната. А мы сейчас на третьей. Да. 203. Просто комнаты. 0, это значит, что там есть туалет. А как ты догадался? Бывало, в Шлюхвире. В общем, бывает. Спасибо, и я топаю 203. Хорошо, вы что-то еще, может, спрашиваете? Зачем нам нужна Эшли? Хорошо. Вы проходите к 203-й комнате. Вы слышите, как оттуда доносятся сладострастные стоны. Похер, открывай, Паша. Нет? Закрывай. Постучи просто громко, простите, чтобы... Открыл, закрыл. Я не хочу смотреть на... А я посмотрю, я открою. Да, ну на так мужские штуки. Ну, что, это короче, мужчина? Я захожу, плевать. Нет. Я захожу, все равно. Ты так... Открываешь дверь, она, на удивление, не заперта. Эшли видит вас и вообще не удивлен. Он же такой, вы кто такие? И он тянется к револьверу. Иди в соседнюю комнату, там тебя обслужат. Иди там один посиди. Сейчас, погоди. Им надо всего пару минут.
Ладно, хорошо. Да, ты наводишь на него револьвер, он не успевает схватиться за свой револьвер, который лежал где-то на тумбочке. И... Ладно. И он как-то накидывает какой-то халат и уходит. Чублюдки. А это не... У него кепочки нет сейчас? Нет, нет. Жилетки. Черные глаза. Он уходит. В облетке. Пошел. Я вас запомнил. И записка такая, я сам вышел. Эфли. Да, дорогой. Подожди, я не платил тебе, поэтому не надавай мне так. А, оденься. Не надо. Это отдельная плата. У нас вопросы к тебе. Деньги вперед. Ни хера себе. Давай я просто... Ты знаешь, кто я? Шансон. О, знаешь. Ты знаешь, что мы бордель ваш держим. Знаешь, откуда эти шрамы? А, тихо. Ты тоже вот. Ты смеешься над моим дефектом речи? Да. Так, тихо. Серьезность. Она говорит, ладно, давай я расскажу вам. Что вы хотите знать? Короче, к тебе на днях приходили, не знаю, вдвоем или один, ребята вот такие вот. Да, да, вдвоем приходили, помню. Что все было? Подробно. Чего про себя рассказывали? Они, ну, перед тем, как приступить к делу, они много пили и курили какой-то странный табак или что-то. Я не знаю. Пахло очень плохо, и у меня разболелась голова. Но они говорили... Так. Что-то из разряда... Они говорили, что хотят найти кого-то и убить их или что-то... Типа этого, они не называли точно имен, но описывали каких-то странных личностей и говорили что-то, ой, не помню, что-то про подземные ходы или про встречу в 6 часов, не помню. И вот здесь важный момент. В «Клинках во тьме» есть механика, которая называется таймер. Что это такое? Я говорю вам нарисовать кружок и поделить его на какое-то количество частей. И называю его как-то. При определенных ваших действиях он будет или закрашиваться, и когда закрасится полностью, что-то произойдет, или же... Подкрашиваться. Да. Ну, будут ячейки убираться, и это значит, что вы таймер чуть назад откинули. Все таймеры почти всегда плохие. Так что запустите первый таймер на 4 деления. Он называется «Встреча в 6 часов». Первая ячейка уже закрашена. Таймер встречи на 6 часов, и когда он закрасится, что-то случится. Вы не знаете, от каких действий закрашиваются или открашиваются, скажем так. Так что думайте сами, что стоит делать, а чего делать не стоит. А где обитают эти красные шары? Красные шары? Окей. Жестянчики, район жестянчиков, район рассвета. А там есть какие-то по канализации подземные? Да, конечно, весь Даскл связан с канализациями. Больше ничего не говорили? Нет. Встреча в 6 часов, не уточняли где, ничего? Нет, но говорили какие-то странные вещи. Какие? Что-то из разряда приплыть или уплыть. Это порт явно. Возможно. Встреча в 6 часов в порту. Сколько сейчас? А может это подземные сплавательные ходы? Может быть. Сколько сейчас, как я уже и говорил, время в ваших биологических часах движется ко сну. Сейчас около 9 часов вечера, да, то есть, с учетом того, что солнца нет как-то. С утра, видимо. А когда, подожди, это было 2 дня назад? Когда на херайне-то? Да, когда они были? Он сказал, позавчера. Позавчера. Тогда непонятно, в какие 6 часов. Мы с вами, может, уже встретились со всеми. Все? Вы ничего не помнят? Они что-нибудь говорили про шары красные? Или как они там называются? Алый круг. Алый круг.
Ну, не то чтобы говорили, упоминали что-то, что они вот-вот вступят в круги какой-то организации. А-а-а! Это эти абитуриенты. Студенты. Маки какие-то. Понятно. Шпана, да. Ладно, спасибо. Да, пожалуйста, дорогие мои. Зайду на меня. Пойдемте. Давай. Пойдемте куда-нибудь. Нам нужен какой-то знаток канализации. Так как мы... Джостер был неплохим знатоком. Так как мы недалеко от моей знакомой Джу, да, которая торгует кровью, я бы хотела зайти к ней. Ты говоришь, она как раз в подземном районе. Крысы, да. Да, крыса. Я, пожалуй, навещу свою знакомую. Давайте встретимся где-то. Вообще, куда мы пойдем? В порт или же действительно подземные районы? А в подземных районах есть какие-нибудь порты или типа того? Да, по канализации можно перебираться вплавь. В большинстве это делают как кондоти... Как это правильно? Гондольеры. Гондольеры, да. Кондотьеры, чуть не сказал. Неважно. Да, там есть там лодочники. Несколько, получается, станций. Да, да, да. То есть, если вам куда-то надо добраться, вас явно довезут. Угу. Ладно. Что? Мы можем пойти либо с Людой. Смешно будет идти с Люда. Либо попробовать с тобой найти кого-нибудь, может быть, из этих халовокруга. Попробовать узнать, как к ним вступить. Или найти район, на котором... У пацанов мода на шляпки и жилетики. Ну, у меня шляпка и жилетик. И на черные глаза. Ну, мне кажется, это не относится к их моде. И мы вообще понимаем, тут вообще какой-то район есть, где придерживаются какой-то старой английской моды вот этих вот шляпок и жилетиков? Нет. Нет, то есть нет района, в котором принято ходить так, сяк. Нет, все ходят в чем хотят. Ну, соответственно, если ты ходишь в... Может, они приезжие. ...одежде чьей-то, какой-то организации, то с тебя будет спрос. То есть... У какой-то организации есть одежда, шляпка и жилет? Да они абитуриенты, блин, они вступают, они адепты этого, блин. На самом-то деле, прокинь, пожалуйста, на... Кого? Изучение. На изучение, да, давай, хорошо. Это один кубик? Ну... Если, у тебя не закрашено, да? Ну, у меня один закрашен. А, ну все, давай. Один кубик, и это безопасно. Ну, это легкая проверка, скажем так. Можешь стресс себе накинуть? Можешь, да, за стресс. Ну, можешь и не за стресс. 6! Ты углубляешься в свой головорезческий разум и вспоминаешь, как ты вскрывал горло парочки похожих ребят. А, револьвером? И знаешь, а? Револьвером? Может быть, револьвером. Все, я успокоен. А парочка? И ты помнишь, что они были из организации «Острые козырьки»? Ах ты, сука. Что-то мне подсказывает, что убивал я как-то парочку таких проходимцев. «Острые козырьки» зовут себя. Нужно взглянуть на них. А где они обитают? Острые козырьки обитают где-то в захолустье города, у которого нет даже названия. Пойдем в захолустье города, у которого нет даже названия. Да плевать. Она ж потеряется потом. Пускай идет к этой своей подруге. Она не найдет нас. Ладно. Пойдем сначала с ней сходим. Давай, папа, посмотрим. А через подземные... На гондольерах доплывем. Можно ли, да, добраться до туда? Можно, конечно, да. Ну и в чем проблема? Вот и поплывем туда, на гондольере. На гондольере. Вот, я извиняюсь, есть название, Углище называется. Углище? Да. Углище. Мы нашли. Острые козырьки, почему-то хотел назвать старые. Старые козырьки. Это такой этот сериал? Я знаю, но я не смотрела. Там чуваки с кепками ходят, у них в кепке вшиты эти самые козырьки, эти самые лезвия. Лезвия. Поэтому острые. Они, а зачем они лезвия? Они с кепками горло вскрывали. Это историческая вещь, потому что такие реально существовала такая банда. Минутка познаний называется. Да? Так, ну что ж, куда вы направляетесь? К Джу.
Бюджу? Угу. А Душка где живет? Это друг или не друг? Ну, у меня друг Душка. Душка, друг. Душка, на Шелковом... Шелковый берег называется. Душка живет на Шелковом берегу. Там радуга над ним такая. Вам сказать, кто она? Хладнокровная убийца. Душка с... Душка-сан. 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 А это Подушка-сан. Да, вот это достаточно далеко. Это, до, ну, в порт. И это окраина порта. Понял, порта. А до туда, ну, плюс-минус часа два идти. Сразу скажи мне тогда, где живет Рослин Келлис? Это? Аристократ. Друг? Yeah. О, он живет... У тебя нищенка, это где друг? В районе Шести Башен. А где живет Марлейн, кулачный боец? В городе крыс. Ну, то есть, вот там же, где и живет... Джу, подружка моя. Джу. Поехали к Джу. Опасно, пацаны. Это мой заклятый враг. Наша битва будет легендарной. Я там себе нищенок не выбирал в противнике. У меня здесь кулачные бойцы. Хорошо. А вы шагаете по улицам. Пока что вы идете по своему району. Извините. Пока что вы идете по своему району, все достаточно тихо и спокойно. Но где-то за углом, уже на границе вашего района, да, вы слышите, будто кто-то кого-то вбивает прям так хорошенечко в стену чем-то. Я, кажется, знаю, что это Джул вбивает в стену. Гастро. Марлейн. А, ну, идем здесь, соответственно, туда, что? Да. Пойдем, посмотрим, что там, кто там смеет драться на нашей улице, кроме нас. Да, идем. Хорошо. Вы проходите, и, выглядывая из-за угла, видите, как мужчина, 1.2 м, может быть, ростом, огромный просто раскачанная махина, с кастетами на руках, и на ногах у него... берцы с железными вставками, с железными носами, он просто ногами забивает какого-то парня, зашуганного. Вы видите, что парень уже давно не в сознании. Каждый удар куда-то в живот, в район ребер, сопровождается тем, что паренек просто выплевывает из себя сгустки крови. Братан, братишка, браток, братюня. Придурок. На нашем районе. Потише. Что происходит, братюнь? Он так поворачивается. Здорово. Увидите, у него черные глаза. Пам-п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 ам-
Отправляю вас из действия перед инициативой. Я делаю шаг назад. Не, подождите. Самая кобура. Ты стрелять будешь? Я, ну, охота. Это же он? Да, кто? Нет, тот выглядит по-другому. Это просто какой-то левый чувак, но с черными глазами. А, то есть его лучше не убивать. Я думал, это этот кулачный боец. Нет, нет. Как бы ты так описал, у меня здесь какой-то недруг. Я думал, это встреча. Века нет. Ладно. Ну тогда я его придурком не буду называть, если он это не он. Я делаю шаг назад и говорю, стреляй в ноги. О! Хорошо, ты будешь стрелять, ты отходишь назад, ты? Мужчина, подождите. А что происходит? Я пытаюсь с ним разговаривать. Стреляю по коленям. Давай на резонанс. Да, а что? Что сказал? Резонанс. А, это, ну, давай. А ты чувствуешь, что у тебя медальон, типа, звенит? Да что-то похоже. Это дух. Поздно, один. Прекрасно. Хорошо, стреляй. Это дух, а мне что? Я использую сноровку свою. А, чтоб... А опиши, как ты хочешь это сделать. Я из своей кобуры сбоку высовываю револьвер. Пока высовываю, взвожу курок. Делаю... Это средней сложности проверка. А потом такой. Погоди, вот до этого туф-туф-туф. Надо еще дожить. Давай, кидай. На сноровку? Хорошо, пусть будет через сноровку, мне нравится. Я, учитывая то, что у меня это добротное тяжелое оружие за два. О, ну добавь себе еще два кубика.
Что? 1, 2, 3, 4. О, май! Это хорошо. Что значит? А, давайте так. Ты отходишь назад. Меня. Сейчас. Я хочу боевую музыку. В чем плохо? Это слишком расслабляюще. Шевелю плечами, и их не видно вообще. На камере. А, ты отходишь назад, кидая Конечно. Осторожную фразу своему товарищу, замечая, как Шанс выдвигает руки вперед, пытаясь остановить этого мужчину, который идет, но у него разум явно затуманен, он прет вперед. У него в глазах считается только желание убивать. А... Мак, ты же в свою очередь... вскидываешь револьвер, прокручиваешь его, но не вовремя жмешь на курок, и пуля так пролетает где-то в миллиметре от твоей головы. Ты чувствуешь, что тебе царапало кожу. Ничего страшного, никакого ранения ты прям не получаешь, но это достаточно больно. А скажи, а таланты, они используются как? В любой момент. В любой момент. А если сколько раз? Подходят... Сколько раз? Сколько угодно. Но один раз за сражение. Это, вы не подумайте, это для того, чтобы ярость скопилась во мне. Да, что я с собой могу сделать? Я выстрелю себе в лицо, не подходи. Бей своих, чтобы чужие боялись. У него тоже есть действие. Ну, предположим, ты стоял ближе всех. Я тебе мщу за ДНД. Что я сделал, да? Ничего. Ты стоишь ближе всех, пытаясь вот это выдвинуть руки. Дайте еще 2 кубика, пожалуйста. На. И он делает достаточно быстрый рывок вперед. Единиц? Нет. Две? Не, не то чтобы страшно. Какой? Призрачность. А что делает? Ты можешь частично сместиться в призрачное поле и обрести на несколько мгновений бесплотности и сходство с тенью. Чё? Я же говорю, призраки существуют! При этом ты увеличиваешь свой стресс на 2 пункта и еще на 1 за каждый дополнительный эффект. Состояние длится несколько минут, а не мгновение. Любой идиот может спрятаться. Невидимость места сходства с тенью. Ты можешь летать по воздуху, как призрак. Короче, я хочу, когда он меня пытается ударить, он явно хочет ударить или схватить, а в этот момент я хочу и сквозь него... И залезать. Хорошо, он летит на тебя, ты видишь, что его кулак с кастетом шипованным уже вот-вот настигнет твое лицо, и ты просто исчезаешь, переходя к нему за спину, и вы это замечаете. Как будто не видели никогда этого, Ален, мы же как бы команда. Да не, боже мой, да любой дурак может это сделать в мире, где нет соуса. Что духи есть. А, хорошо, киньте мне D6. Шокированы ли мы? Нет. И скажите, сколько инициатива? У вас там? 6. 6-6. Вот я бы так бы по стрельбе кидал, а не 1, 2, 3. Перебросить? Да, перебросить. И чтобы узнать, кто из вас просто первее сейчас будет ходить. 1. 3. Хорошо. Нет. Давай, Рома. Я первый? Да. Ну, я уже понимаю, что немного обосрался. Ему, так как он прошел к нему, да? А я где подиспозицию? Ты чуть нахожу? Сбоку стоишь? Ну, пытаюсь в колено. То есть метра 3-4. Пытаюсь ему куда-то или в бедро, или в колено. Скорее всего, наверное, даже в бедро попасть, чтобы ему было сложно передвигаться. Хорошо, давай. Те же 4 куба? Да, все то же самое. Давайте, кубики видим. Что? Да что эти единицы? Меня преследуют. Давай, 6. Только ты меня спасешь. Что там? 1, 3, 4, 4. 1, 3, 4, 4? 1, 3, 4, 4. Он сзади стоит. Да. Но он еще бесплоден. Бесплоден. Да. Прости. Я еще и бесплоден. Зубов нет. Яичек нет. Все. Хорошо. Мак, ты
берешь револьвер в две руки, пытаешься выстрелить, но тебя все-таки пошатывает, и пуля проходит где-то сбоку от этого бугая, не нанося ему какой-то критический урон или что-то подобное, просто неприятно ему. Он чуть поморщился, ты видишь, но это не что-то страшное. И тоже неприятно. Прошу, Саша, давай. Кто-кто? Ты, Саша. Саша. Что такое Саша? О, простите, пожалуйста, Эрин. Я быстро осматриваюсь и хочу выглядеть то, из чего можно сделать импровизированное оружие. Давай на изучение. Камень, например. Лучшее импровизированное оружие. На изучение. Изучение? Тут такое есть? Да. Последнее в чутье. Ну, первое в чутье, извиняюсь. Разведка. А. Последнее или ремесло? Я могу через ремесло искать. Я же из говна и палок делаю всякие... Есть персонаж? Что-то может быть всякие штуки-дрюки? Тут, конечно. В чутье первое. Ты сказал последнее. Первое, я потом поправился. Ну... Первое слово дороже второго. Ой, ну извини. Ладно, один кубик кидаю. У тебя там стоит точка, нет? Нет. Давай. Пять. Да, ты находишь осколок, ну, знаешь, розочку, разбитую бутылку. Хорошо. Розетку можешь, как хочешь называй. Я могу еще что-то сделать? Да. Вы можете действовать, в принципе, пока... Также основное дополнительное действие. Ты нашла дополнительным действием, можешь сейчас атаковать или что-то еще? Хорошо, я не подхожу к нему, я просто кидаю ему в голову эту розочку. И все. Так себе дамаск. Вау, ну хорошо, вот тут вот точно придется кидать на охоту. Через ремесло ты это точно не прокинешь? Да, ты не привыкла к такому? Не, без проблем. А у него босс, ноги, босы, господи. Нет, он, я говорил, он в берцах с железными носами. Ненавижу. Хотел бы ногу ткнуть. Три. Ты кидаешь в него эту розочку, она прокручивается. Он ловит ее и в обратку тебе просто кидает. И она так... вонзается куда-то в плечо, давай. Ты не ожидал этого действия от слова совсем. И закрась себе в травмах половинку первой ячейки. Окей, ребята, я больше не сражаюсь. Вы замечаете, как вашего товарища вонзается эта бутылка. Она так сразу же падает, но видите, что у нее обильно начинает течь кровь. Один себе в лицо стреляет, другая себе в бутылку режет. Команда мечты. Ну давай, покажи, что можешь ты. Походу, наш начальник был прав. У меня есть инструмент с носа. Молоток. Хорошо. Я достаю молоток. И это лысые собаки. Тюк, голове сзади. Со спины ты выйдешь из призрачной формы. Ну, само собой, на мгновение. Поэтому я переместился через него и сразу образовался там со спиной. Хорошо. Давай... Давай на охоту тоже, но добавь еще один кубик, просто за неожиданность. Я бью себе в лицо молотком, у меня две единицы, одна четверка. Ты замахиваешься, но может быть... Ваншот! Мы просто умрем в подворотне от какого-то говнаря! Ну что, давай так. Давай. Ты достаешь молоток, ты шумишь достаточно сильно, видимо, этот бугай сконцентрирован очень сильно прямо-таки на битве. И в тот момент, когда ты замахиваешься, он поворачивается, хватает твою руку с молотком и под локоть тебе просто ладонью выбивает молоток. Ты, рука сама собой разжимается. Запиши себе во второе ранение вывих. То есть не это самое, не заштриховать, просто написать, что вывих. Ну, вывих, да, то есть... Во второй ранение. Да, во вторую ячейку. Ну, вот там тяжесть 2, где написано, да? Там цифра 2 прям.
Это когда... Полную ячейку. Два. Да. А полную ячейку, типа, застрихован? Да, да. А первые у меня пустые. Да, первые пустые. Вау, сразу тебе вывих и сделал. Ты когда достаешь какое-либо оружие, не надо чертыхаться за спиной противника. Хорошо, этот парень... Поскольку он сейчас держит тебя за кисть и выбил только что тебе, вывихнул руку. Спасибо, что не зубы. Тебя же он и хочет перекинуть через плечо и тебе на горло наступить ногой. Угу. И? Ну, смотри, у него достаточно легко получается тебя перекинуть, ты все-таки, по сравнению с ним, ты очень маленький. Да, я очень дрыщ. Но ногой, когда он пытался ударить, ты видишь, что уже железная вот эта около, ну, подошва, да, скажем, что подошва-то железная, летит в тебя, ты успеваешь так голову убрать, ты слышишь, врезается просто железная подошва в землю, обрызгивая тебя всего. И маг, начинай. Убер-босс оказался очень тяжелым для нас. Я, наверное, просто такой. И хочу использовать свою суперспособность. Давай. Называется «Не шути со мной». Ты можешь приложить особое усилие, чтобы сделать одну из двух вещей. Или совершить физическое действие на грани сверхчеловеческого, или сразиться с мелкой шайкой на равных. Короче, я хочу сверхчеловеческой силы действия. В тот момент, когда он его опрокинул и пытался ногой придавить, хочу подойти, схватить его за ногу, раскрутить и просто об стенку. Просто вот так, ну я ж на грани сверхчеловеческой силы. Конечно, хватаю, конечно. Раскручиваю. Просто ты там стресс за это не получаешь? Получаю, но я должен, ты можешь приложить особое усилие. Особое усилие – это два стресса, да, правильно? Да, все, я просто спрашивал, я не услышал. Хорошо, да, давай на драку. На драку плюс два кубика еще давай даже. Тогда у меня 6 кубиков, сейчас выпадет 6, 2 единичек. Да, и ты убьешь себя. А, нет, подожди, плюс 2, нет, 4, извините. Я так что-то насчитал 6 кубиков, как будто мы играем в вампиров. Или пират? Можно? Тут, чем меньше ты кидаешь кубиков, тем лучше. А я предлагал, давай сделку сделаем. Какую сделку сделал? На перекую кидку кубиков? Я дам тебе перекинуть кубики. Почему? Подожди, а я что, потратив вот эти два стресса и выполнив сверхчеловеческое действие, я не могу это сделать? Нет. Тебе еще нужно по нему попасть, схватить его. Если бы я это знал, я бы не делал, я бы просто его выстрелил. Еще пора стрелять. Я думал, я применяю, все, я не стрелял. Нет, это не перманентное действие. Давай я предложу тебе сделку с дьяволом. Ты перекинешь все кубики и добавишь даже еще один. Но вы закрасите еще два деления у вашего счетчика. Два? Да. Нет, я не могу подставить своих, я подскальзываюсь, умираю. Хорошо, давай так, ты пытаешься схватить его за ногу, ты промахиваешься и кулаком куда-то в стену так. Вы замечаете, что в стене вмятина, выпадают пара кирпичей, у тебя костяшки руки краснеют просто до нельзя, даже преобразовывается такой черный цвет. Здание чуть содрогнулось и посыпалось, а этот мужик смотрит на тебя. Я поворачиваюсь ему в глаза. Хочешь, чтобы это произошло с тобой? И он так... Малыш. Давай на запугивание. Давай на запугивание. Это нет, общение, приказ. Давай, хорошо, давай на общение. Тогда, в общем, проверим. Один кубик, общение. Ой, я же говорил, один лучше, чем много. У него закрашено общение. Один. Добро пожаловать в клуб, Рома. Нет, ты его не запугиваешь, он становится даже еще более злым. А давайте бить себя. Может быть, он испугается этого и убежит? Может, мы будем проваливать удары себя и нечаянно бить его? Эрин, действуй.
А у меня такой вопрос. Я как полуврач-полумеханик, может ли у меня быть какое-то врачебное средство? Типа... В плане? Я забыла, как называется херня, которая... Анестезия. А, это, господи. Скажите мне. Которые на тряпочку в кино, да? Брызгают и усыпляют. А, окей. Хлороформ. Хлороформ, да. Вообще, может быть? Ну, давай, хорошо, пусть будет, да, в небольшом количестве, давай, хорошо. Хорошо, так как я 1,50 м, ладно, 60 я говорила уже, я очень маленькая, незаметная, надеюсь. Я, да, беру тряпочку, бинты, наверное, какие. У тебя есть бинты, да, из медицинского набора? Капаю несколько капель хлороформа. И пытаюсь подкрасться к нему сзади. Он высокий? Я достаю до него? Блин, он 2,10. Ладно. Если хочешь, ты можешь попробовать оттолкнуться от чего-нибудь и запрыгнуть на него и прижать это. Вообще хлороформ так не работает, что? У нас кино. Работает. Почему? У нас кино. Ну ладно. Ну, кинематографичная сцена. Да. Та стенка, которая была окровавлена благодаря Макмахану. Макмахану. Макмахану, хорошо. Да, я хочу от нее оттолкнуться. Ну, правда, он смотрит, да, в ту сторону? Он смотрит в ту сторону, сейчас он отвлечен на Макмахану. Ладно, тогда я как-то, наверное, попытаюсь с другой стороны оттолкнуться от чего-нибудь. От камня какого-нибудь или от шансона. Давай, ну... А можно я запрыгну на его спину? Я лежу, прыгает на лицо, а оттуда отпрыгивает. Что у тебя вывихнуто? Рука на горбе вот так. Слушай, подкинь меня. Да, я, конечно, подкидываю. Вывихиваю вторую руку. Ты лежишь. Лицом подкидываю. Он втянул животик, в нужный момент его вот так надует и тебя подкинет. Хорошо, давай на удаль. В удали у тебя ничего нет. Нет. Да, и ты кидаешь просто. Не-не-не-не-не. Сейчас нет. Просто один кубик. Просто кидаешь? Один кубик, да. А я могу добавить какой-нибудь. У него ты можешь. Стой. Ну, давай так, по факту он отвлечен. Он отвлечен на Макмахана. Макмахана. Так что давай два кубика. Два кубика, хорошо. Ну, а он мне еще помогает, там, все дела своим телом. Я лежу. Он лежит. И плачет. Нет. Ну и плачет. Мое тело не может помогать никому. Моя опора. Нет. Что? 6,5. Вау. Давай так, ты подбегаешь, отталкиваясь от одной единственной стены, летишь, обхватывая его горло и прислоняешь эту тряпку к его носу, он будет сопротивляться тебе. Засовывая ему в рот. Он пытается тебе посопротивляться, но вы замечаете, что его глаза начинают потихоньку закатываться, и он вместе с тобой начинает падать вниз, буквально спиной назад. Сейчас еще чуть-чуть, и он тебя придавит. Он падает? Да. Я пытаюсь отскочить. Ну давай, хорошо, ты отскакиваешь, это не составляет какого-то труда. Угу. Все, хорошо. Да. Наблюдаю, как он в замедленной съемке падает на землю. Очень довольствуюсь собой. Просто тело, туша падает. Я, ну, все, я хочу подойти к нему и взять у него кровь. Хорошо, да, ты собираешь у него кровь в скляну. Я хочу подойти и подошву пнуть в лицо и сказать гандон. Так, ты втаптываешь. А что ты хочешь? Ты хочешь его еще сильнее вырубить? Нет, я просто хочу надругаться над его телом. А, хорошо. Прокинь проникновение. Над его гордостью и над всем, что у него есть, я хочу надругаться. Простите, пожалуйста, за юмор. Я хочу открыть... Ну, он все уже на отключке? Ну, он его вбил до конца и отключил точно. Да, я хочу открыть глаза ему, насильно посмотреть. У меня есть светильник. Хочу посмотреть его глаза. Они до сих пор черные? Они потихоньку начинают белеть. Угу. То есть он под чем-то. Хорошо. Я хочу обыскать его. Хорошо, ты пока что его обыскиваешь, а ты, маг, чувствуешь, что твой медальон начинает еще сильнее трястись, и ты приглядываешься и замечаешь, что у него будто из приоткрытых губ вылетает какая-то эссенция. Ох.
Я не знаю, бутылку мне дай быстрее. Я споймаю эту тварь. Джир в бутылке. Я пытаюсь поймать эту хрень, в бутылку запереть в ней, не знаю. Ну, это имело бы место быть, если бы это не было какой-то призрачной эссенцией или что-то похожее. Ты пытаешься ее как-то набрать, но ты чувствуешь, что медальон все более и более начинает дрожать. Мы все видим эту эссенцию? Нет, видит только он. Я поднимаюсь, держась за руку. Собака сутулая. Ты что делаешь? Я же говорю, призрак. Какой нахрен призрак? Смотри на мой медальон. Че? Ой, придурки. Вылетает из него что-то. Мне правда жалко. Я иду к этому пацану, к избитому парню. Хорошо, ты идешь к избитому парню. Мак, не получив какого-то интересного одобрения от своих товарищей, ты... Все-таки... А куда она летит, эта хрень? Я могу она начинает ее... будто заполонять все пространство. Парень, придурки. И ты видишь, что будто силуэт начинает вырисовываться. Это только я его вижу? Вся дымка вот эта вот собирается, будто в силуэт. Да, видишь только ты. Наркоман. Я опасно отхожу назад и пытаюсь наблюдать за этим. Мне страшно, одновременно интересно все-таки увидеть. Оно идет к тебе, будто переваливаясь с ноги на ногу. Чем дольше оно идет к тебе, чем дольше ты отступаешь назад, тем больше формируется силуэт. Ты видишь под конец, буквально на пару секунд, мужчину лет 40, который будто говорит тебе что-то. Тебе сложно уловить все слова, но он говорит: «Осколки не должны быть собраны». И пшу, развеивается. Тем временем ты. Угу. Ты подходишь к парню? Да. И замечаешь, что, увы, но он же мертв. Ты осматриваешь его, может, ощупываешь, понимаешь, что у него ко всем чертям снесена челюсть просто, ребра превратились в кашу. Ты чуть ужасаешься, смотря на все это, и получи стресс. Спасибо. Пожалуйста. Я не хочу туда смотреть. Ладно. Ну, ты все-таки переворачиваешь его на спину. И замечаешь у него татуировку на шее. Ты замечаешь татуировку подсвечника с горящими свечами. Я могу понять, чья это татуировка? Да, ты абсолютно понимаешь. Ты знаешь, что это одни из самых безобидных кланов. Они помогают всем. В большинстве они помогают беднякам, рыбакам. Они помогают устроиться. Их обычно никто никогда не трогает. Им, они никому не платят за защиту, но одновременно никому и не гадят. И если ты пришел к ним за помощью, они тебе обязательно помогут. Только из-за этого их никто не трогает. Их называют... Подрывники такие. Это, да, их называют прибежище. А у них где районы? У них район в... Сейчас я скажу. Пригорки называется место. Там дома, рынки и так далее. А кого он избивал? Что и кто это там? Кто? Что тебе сказал? Это он. Его избивали? Да. Ну, я сообщаю всю эту информацию коллегам. Хотите, верьте. Хотите, нет? Не хочу. Но эти черные глаза – это одержимость духом. Я видел, из него дух вылетел, потом на меня шел и как-то что-то мямлил еще. Сказал что-то там про осколки, что они там собраны не должны быть. Мне кажется, это пивас тебе. Да нет, я ничего не принимал. От пива такого не бывает. От пива такого не бывает. Расскажи мне больше. Серьезно говорю, просто примите к сведению. Дух – лишь сказка для детей. Вообще. Наука. Реально. Не то, что ваши. Духи, призраки. И что эта наука сейчас себя розочкой пырнула? Блин, ублюдки. В общем, нам так или иначе, наверное, надо было в прибежище обратиться. Что-нибудь надо делать с моей рукой, как можно пофиксить руку? Можно? Я извиняюсь, я хотела бы осмотреть этого чувака, потому что мы так его не добрались до этого.
и осмотреть потом его руку. Потому что я все-таки наполовину врач. Хорошо, давай. Кинь мне, пожалуйста, D6. Просто ни на что, именно D6. 2. Ты находишь у него вырезку из газет. Угу. Их собрано несколько. И ты понимаешь, что в них рассказывается, что бродячие духи захватывают тела местных жителей. Правда или вымысел? Кто стоит за всем этим? Сможет ли Дасквелл пережить очередное нападение? Все это вы узнаете в статье «И оборвано». В следующей серии. Нам надо найти этого... Чуть-чуть. Нет. А рука моя... Питера Паркера. Дейли Бьюгл. Дейли Бьюгл. Мне нужны его фотографии. Ты вообще, в принципе, игромеханически вылечить среднего средней тяжести ранения не так-то легко. На это понадобится время. Это же вывих всего лишь. Но рука после этого все равно очень сильно болит. Ну, будет болеть, я просто... То есть там, по-моему, снижение эффективности, да? Минус один кубик. Минус один кубик. Ну, снижение... Меньше шансов, что единицу выкинешь. У меня такой вопрос, так как у нас есть мясиновая ферма, и я часто там хочу записать. Просто. Может ли быть у меня что-то, ну... Нет, ты не взяла, не урожай сейчас, не урожай. А под чем я? Под грибами. То есть у меня есть грибы? Хорошо, у тебя есть грибы. Это все грибы. Это-то, ладно. Ну я, короче... Че? Ты хочешь ему руку вправить? Да. Под грибами, сейчас нами как вправит руку в зале куда-нибудь. Нет, с грибами только лучше. Хорошо, давай, никаких давай ведь. На... О, извините. Ну вот я как бы врач. На ремесло. Шпаренник? Шпаренник? Давай на ремесло и... И все, да, он тебе не помогает шанс, потому что... Сопротивляется. Ну, ему не очень уверен он в тебе. Я смотрю, неровную походку под грибами, такой, не-не-не-не, все нормально, не трогай. Я даю ему... Не жми твои грибы, не надо, спасибо. Я затыкаю, сама, просто грибы. Сама жри свои грибы, я думаю. Он отмахивается от тебя. Да, в смысле? Будь здоров. Какой рукой он отмахивается? Нет, ты не будешь принимать. Если я из кошки, а? Не будешь принимать ее помощь. Тебе станет... Только не грибы. Тебе легче. Нет, грибы не буду не дать. Это будет очень больно. Да плевать, давай. Грибы давать? Нет, грибы надо. У меня 6 и 2 5. На удивление, она так... Третья рука так. Берет руку, осматривает, и знаешь, что-то у тебя спрашивает в моменте, говорит, смотри, он встал. Да. И ты оборачиваешься, дергает руку, ты чувствуешь, как кость. Все это место? Это было больно. Это было больно, но не настолько. А чтобы... я просто, почему нет? Нет, 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 это больно, чтобы орать, но могло бы быть хуже. Спасибо, что ли. Но все равно не помогло. Рука до сих пор побаливает, да. Ну, хотя бы не вывих теперь, просто зачем? Просто хорошо, вы стоите здесь, что вы будете делать дальше? Ну, я направлялась так к Джу, поэтому я хочу понять вообще, где она находится, и идти к ней. Так, вы следуете за вашим товарищем, так понимаю. Да. А, эти газетные вырезки я забираю. Хорошо. Тут нельзя, подожди. Что? Ты что-то забыл? Ну, этого паренек, которого мы отключили, он жив. О, тот, которого отключили, да, он жив, конечно. Я бы хотел с ним поговорить. Во-первых, хочу его связать. Хорошо, ты от крюка кошки веревку снимаешь? Да. Обматываешь его? Прислоняю его к стене, там где-нибудь из лужи его. Чего? Я могу дать ему этот... И гриб? Нет, ну, чтобы он очухался. Он так... Наш интернет спит. Что это? Кто вы такие? Друзок. Что, пирожок? Ты-то кто? Меня Джимба зовут. Джимба. И что ты, Джимба, такой агрессивный? Я агрессивный?
Да я муху не обижу. Ты чё, мужик? Видишь, вон без лица чувак валяется. Вы зачем его убили? Не трогайте меня! Тис, это ты, Дымба. Я? Посмотри на свои... Видишь, вон того лицо прострелено? Тут он ты. А? Прости! А ну расскажи, что с тобой было последние 20 лет. Ты же приехал, я... Детство, юность, отрочество. Приехал поступать, не поступил. Не поступил, да. Я моряком в порту работаю, семью как-то содержу. Порт. Последние несколько часов своих, которые помнишь, расскажи. Я не помню, я что шел. Что помнишь последние? Я шел, а зачем я шел? А, начальник попросил. Путевки связаны. Начальник попросил забрать какую-то фигню. Говорил, коробочка с чем-то важным. Где коробочка? Я умею. Он так осматривается. Чё украли? Нет, не знаю. Помню, что нож под ноги кто-то кинул. И дальше все как в тумане. А где кинул? Да вот тут, недалеко. А потом помню, будто о помощи просил, все силы взывал, а потом ничего не помню. Коробочка, что за коробочка? Не знаю, маленький стальной ларец. Ты открывал его? Нет, начальник кто сказал начальник не открывать. Твой? Ой, сейчас скажу. Здесь записано. Альдо Хитрый. А чё ты на этого паренька набросился, не помнишь? Нет, не помню. Я этого не делал, да я никого не убиваю. Я ж говорю, духи. Из кинжала. А вот мы можем как-нибудь понять, что действительно связано это как-то с чей-то талант? Ну, давайте на изучение кто-то один мне прокиньте. А вы мне не верите, но с плюс одним кубиком. У меня ноль. Ладно, давайте. Я кидаю, у меня есть изучение. Плюс один кубик? Да. Что, давайте, две единички. 5-4. 5-4. Ну, для тебя изначально было понятно, что это связано с духом. Есть ли какая-то вещь, которую я могу им сказать, и они поверят в это прям? Ты осматриваешь паренька достаточно долго и замечаешь, у него в шее где-то сзади буквально маленький-маленький след от укола. И ты понимаешь, что, скорее всего, это какая-то эссенция или что-то похожее, что стягивает духов к телу. Духи всегда неупокоенные. Они привязаны к какому-то месту, и они очень злые. И если эта эссенция попадает, она как мясо для собаки. Они вгрызаются в это тело и не хотят его отпускать. Бабка рассказывала мне про эссенцию. Духов привлекающую. Смотрите, у него на затылке дырка. Угу. Знаете, от чего? Наркотики. Как он в затылок, кто колет? Ну, всякое, да, и бывают странные. Зачем? Ребята. Откуда я знаю? Это вот это и понятней. Я говорю, эссенция, которая духов привлекает. У него дух вселился и начал паренькам у духа. Эссенция духов привлекает. Серьезно тебе говорю? Вот если это так, спорим. На что-нибудь поспорим, если в конечном итоге так окажется. Давай поспорим. Я спорю. Ставлю двадцатку. У меня денег нет, но у меня... Какую двадцатку? Нет, давайте на что-нибудь другое. Если я победю, вы мне будете всю мою жизнь пиво носить, когда я захочу. Если я победю, ты мне будешь Эшли оплачивать каждые выходные. До конца жизни. Хорошо. А что я? Это мы будем оплачивать? А, нет, подожди, хорошо, ты? Подожди, тогда ты мне будешь пиво носить, а ты... уносить пустые бутылки. Справедливо. Да? Хорошо, я уверена в своей правоте. И если я
Не если, а я точно буду права. Чтобы попросить. Ну только ты там будешь коэффициент на унесение бутылки. Таскать тела в мою лабораторию. Ну я это и так делал. Интересно, он это делал? Ты это делал? Нет, ни разу, это был не я. Все, пожали руки. Хорошо. Договорились. Вы правда спорите и договариваетесь. Это очень важный момент сейчас. Да. Что, время прошло? Нет. Как только вы пожимаете руки, ты слышишь в голове: они точно проиграют, дружок. Пам-пам. Пам-пам. Вы заключаете договор, ты слышишь этот голос в своей голове. Я? А он вслух разговаривает? Не, я про себя кто-то. Я тот, кто поможет тебе, но не просто так. Ты согласен? Нет. Ну, потом поговорим. Ты еще попросишь моей помощи. Я точно это знаю. И ты больше не слышишь голосов. И вы придете к подруге. К Джул. Джул, да. Проходит какое-то время. Вы все-таки выходите из своего квартала, проходите по дружественным кварталам. Все-таки 2-3 района, что... 2-3 квартала, что находится недалеко от вашего, являются вашими дружественными. Просто потому, что вы не очень хотите делить дорогу, кто за нее платить будет и так далее. И вы договорились с местными барыгами. В итоге вы приходите к люку специальному. А давайте нет. К огромной деревянной двери, где-то в подворотне. Ты стучишься. Засов открывается, видны только глаза. На тебя смотрят. Куда? К Джул. Так смотрит на тебя. Хорошо. Открываются засовы. Ворота открылись. И ты дальше видишь склон вниз идет. И отсюда начинает дико вонять канализацией. А чем мы сюда пришли, я не помню. Понюхать, походу. Вы пришли просто за компанию со мной? Ну... А я говорил, надо куда-то отдельно идти. Понюхали, можно и уйти. Справедливо, пойдем. Наверх. Подождите меня снаружи в таком случае. Слушай, да. Нет, ничего. Хорошо, вы ее ждете снаружи. Так как я, скорее всего, я надеюсь, что мне мастер позволит, я бы хотела работать с трупами, что-то исследовать и так далее, потому что я наполовину врач. Ну хорошо, предположим. Да, и Джул, торговец кровью, она у меня не просто так в друзьях. Как бы я дружу с ней. Ты ее поставщик? Я дружу с ней. Окей, хорошо. Ты спускаешься уже по достаточно знакомым коридорам, спускаешься в канализацию и понимаешь, что запаха-то противного уже и нет. Здесь везде висят сандаловые благовония. Но мне все равно, я ступами как бы... Да, и ты плюс привыкла к этому запаху. Воняло. Ты идешь достаточно долго, проходя по этому подземному городу. Кто-то видит тебя, здоровается. Эй, привет, давно тебя было не видно. Че, пропало? Работа. Понимаю. Я не так давно была здесь. Возможно, просто не пересеклись. Да, может быть. Че, куда идешь? К Джу. Опять? Как всегда, моя подруга. Ты, может, зайдешь хоть когда-нибудь там, не знаю, поможешь мне с разработкой новых ядов? Мне как раз нужна твоя помощь. Прекрасно. У меня есть образец крови. Женщина, которую отравили. Неинтересно будет поработать? Узнать, что за яд? Я могу попробовать синтезировать яд из остатков крови. У меня как раз есть. Да, конечно, я был бы не прочь поработать с тобой. Джу много раз говорила, что ты хороший поставщик, и я бы на самом деле хотел
перетянуть тебя на свою сторону. Я бы платил больше. Давай пока услуга за услугу. Хорошо. Я обязательно подумаю над твоим предложением. Да, хорошо. Ну, пройдем? Да. К Джул, то есть ты не пойдешь? Ну, в таком случае нет. Но как... если, получается, ты как разрабатываешь яд, то, в принципе, ты работаешь в лаборатории с кровью, наверное, или с ядами, и в этом, наверное, как-то больше... Ну, возможно, да. С учетом того, что она просто торговец кровью. Ну, я не думаю, что она как-то... Там... Она прям так не разбирается, конечно. Да. То есть... Ну, поэтому, соответственно, я в пользу... Ну, вот как тебя зовут? Напомни-ка свое имя. Карл. Карл. Ты забыла, как меня зовут? Ну, Карл. Это все грибы. Опять ты под грибами. Хорошо, вы проходите в лабораторию. Надо снимать стресс. Тоже верно. Вы приходите в лабораторию, здесь куча склянок, все кипит, шипит, угу. Переливается всеми цветами радуги. Угу. И он забирает скляночку и говорит, как скоро тебе нужно яд или, может, противоядие? Угу. Мне бы знать, и что за яд, и противоядие было бы не лишним. И еще одно. У меня есть образец крови. Я не знаю, что было с владельцем, но он вел себя крайне буйно. Буйно? А в первую очередь, наверное, я хотела бы, чтобы ты посмотрел, чтобы мы вместе посмотрели на эту кровь. Могу я взять? Да, конечно. Кровь? Присаживайся. Ты понимаешь, что... Это тебя как игроку и как персонажа. Ты понимаешь, что это займет около 2 часов. То есть это по часу на каждую склянку крови. А, то есть твои друзья не будут, скорее всего, так долго ждать. Ну, не знаю. Ну, хорошо, ты садишься работать. Я хочу 1 час потратить на вот кровь, которую я взяла с чувака, с которым мы бились. А кровь эта женщина оставить пока... На этого паренька. Хорошо, ты работаешь. А, хотя подожди, если по часу на кровь, то мы можем работать параллельно. Ну, он, скорее всего, так и будет делать, он просто выберет какую-то кровь. То есть у вас это, в общем, час. Ну, час займет тогда, да. Какая разница? 2 зайцев от него сделать. Хорошо, ты пока что работаешь. А вы вдвоем стоите наверху, что-то третесь. Чувак. Друг от друга трет. Район тут. Неприятный, да? На все какой-то притон. Знаю, но мудака здесь живет. Марлейн зовут. Так. Вообще мерзкий тип. И чё? Надо ему это... Показать, что он плохой человек. Прям сейчас тебе, блин, это надо? Ну раз мы тут ждем, она там пока ходит, мы найдем ее. Меня только что в подворотне чуть не похоронили, блин. Ты хочешь, у меня рука до сих пор болит. У меня лицо. Ну ладно, ты хочешь пойти вот это вот вдвоем? Ну мы его чисто так бахнем и все. А что он выпендривается? Мне видел, какие письма пишет с угрозами? Не видел. Я достаю письма с угрозами. Хорошо. У тебя правда есть письмо с угрозой? Ты там маты, когда он говорит, что он хочет убить меня, всех моих знакомых, всю мою банду. Ну, тебя почти, тоже. Да. Слушай, это же твое письмо с угрозой. А у тебя нет письма с угрозой, блин. Но я его написал, я его написал. Нищенки не будут тебя. Написал свое письмо с угрозами к этой нищенке. Ладно, нищенки только болезнь. Только тогда это, потом в порт входим. Да. Вы идете, короче, к этому... Сейчас вас там всех похоронят. Большой. О, нет, хорошо, пусть будет так. Вы идете. Все-таки приходится пройти эту неприятную часть с вонью. Дальше, как я уже и говорил, пахнет приятными сандаловыми благовониями. Белая роза. Так сандаловыми или белой розой? Сандал белая роза. Ага. Вы проходите мимо лачуг и так далее. И в моменте вы видите, что по крышам кто-то перескакивает. Вы так
уже инстинктивно прижимаетесь к стене, высматривая, кто там. И вы видите, как по крышам перепрыгивают люди, достаточно быстро перемещаются в красных плащах, с фибулой, круга с костром, и у этих двоих людей эти заклепки золотого цвета. Херамо глазастые. Они не очень далеко. Это, в принципе, достаточно легко заметить. У них маски сделаны явно из костей. Не человеческих, может быть, какого-то животного. Какого животного? В виде черепа. Кита? Виде, может, кита, да. Может, кита? Там нет животных. Кита, хорошо. Там какой-то. Мой мир, чего что я говорю. Одной сутулой собаки. Так. Это шапка так какую-то... Ладно, простите. У них маски в виде черепов. Вы понимаете, что это люди Алого Круга. И здесь они не просто так. Вы вспоминаете где-то вдалеке своей памяти, что Алый Круг делится от рядовых к правящим. Начинающие носят фибулу из дерева. Чем выше твой ранг в этом клане, тем более драгоценный металл используют в фибуле. Короче, самой. Здесь пробежало два отца-основателя просто. Нет, да? Самое такое это считается бриллиантовое, конечно же, ну то есть самое ценное. Но, скажем так, это два генерала или что-то похожее. Так сетевой маркетинг. Собака с тремя бриллиантами, лев с четырьмя бриллиантами. И они прыгают, и в моменте так поворачивают головы на вас, и в вашу сторону летят кинжалы. А что случится с нашими друзьями, мы узнаем в следующей серии. Смогут ли они сварить яд, увернуться от ножей? Почему летят ножи и почему это все так похоже на Шира, мы узнаем в следующей серии. А пока что не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, писать комментарии. У нас есть Boosty, не забывайте про это. Все полезные ссылки в комментариях. И до скорых встреч. Boosty выросли в капусте. Всего ли хотели кулачному бойцу нахреначить? И берегите себя и своих близких. Не торгуйте кровью.